комиксы, мы продолжаем играть в Гарри Поттер и Орден Азкабана. Мы начали с того, что мы оказались в каком-то поезде, ведущего нас в Хогвартс. Ну, конечно, это Хогвартс Экспресс был. Там мы искали Коросту, наткнулись на Малфоя, который нас закидал всеми такими страшными книгами. Я вам рассказал о том, что у меня включена новая... это возможность, чтобы быть привидением, как я сейчас, например. И на нас напал Дементор, который раздолбал нафиг все ящики, которые были в грузовом отсеке. И мы начали проходить практикум по заклинанию... Да. Ага. Так. Сейчас заплю. Так, ладно. Стоп, я кое-что придумал. Арбитрактум подходит для того, чтобы пользоваться рычагами. Найди на стене рычаг или воздействуй на него заклинание. Так, все, понял. Хочу кое-что попробовать. Так, мне это не интересно. Так, если вот так вот. Тихо. Ух, чуть не упал. Так, мальчиком. Понесло. О, так, давай вниз обратно. Давай. Ай-яй-яй-яй, у меня опять началось это. Из-за того, что я оказался вне самой игры. Да. Ну, по крайней мере, вы начало увидите. В этой серии. Эй, профессор Люпин! Ну что, Рон, приступим к выполнению практикума по карперетракту. Выполняя практику, можно собирать щиты. Некоторые из них хорошо спрятаны. Найдешь все 10 щитов, сможешь посетить призовую комнату. Если в первый раз ты не найдешь все щиты, можно вернуться сюда в любое удобное для тебя время. Когда ты найдешь последний щит, практикум будет выполнен. Итак,
это из пятой части. Это... Ага, тут ничего нету, да? А, нет, есть вот там сундучок. Сейчас. Да, давайте конфетку. Да-да-да, давай-давай, еще. Вот так. Вау. Вау. Я бы мог это сам перебраться, если честно. Вот здесь будет карточка. Я точно знаю. А, куда поскакала? Так, это карточка вампир. Про вампира. И куда?